Алло. Денис, приветствую. Вас беспокоит медиа «Солидарность». Скажите, пожалуйста, это правда, что вас задерживали на прошлой неделе? Со мной все в порядке, я в Беларуси. Алло. Лариса, приветствую. Медиа «Солидарность». Хотели бы узнать подробности вашего задержания. Что именно хотели от вас силовики? Дорогие мои, я дома, все хорошо. Анна, это журналисты «Солидарности». Вас не было слышно несколько недель. Это правда, что вас задерживали? Я жива-здорова, со мной все хорошо. Задержаниями Курьяна, Грибалева и Бонд лукашенковцы хотят сделать так, чтобы в Беларуси совсем не осталось медийных персон, даже минимально независимых от режима. Но, как мы знаем, чем сильнее зажимаешь, тем больше вероятность, что резьба когда-нибудь сорвется.